Сегодня ночью в Москве пострадал известный российский актер Анатолий Журавлев. Подпишитесь на наш канал и не пропускайте интересные новости каждое утро. Об этой трагедии сегодня рано утром на своем телеграм-канале сообщил известный российский телеведущий Андрей Малахов. Сообщается о том, что этой ночью Анатолия Журавлева избил его сосед по лестничной площадке. У соседа всю ночь играла громкая музыка, Анатолий Журавлев постучался к нему и сделал ему замечание. В результате между ними возникла драка. Сосед избил актера и оставил его на лестничной площадке. Через несколько минут спустилась соседка со второго этажа, которая обнаружила актера без сознания и вызвала скорую помощь. На данный момент сосед уже дает признательные показания полиции. Наш актер Анатолий Журавлев с серьезными побоями находится в больнице. Вставайте с нами, не переключайтесь и не пропускайте свежие новости каждое утро на нашем YouTube-канале, друзья.